Это третий уровень Serious Sam 2, и особого интереса он не представляет. Это просто, по сути, осада. Мы здесь должны обороняться, защищать их синеньких человечков. Просто отстреливаем все, что сюда приходит. Захвачу эту штуку. Здесь будет три волны. Поначалу это просто вот дикари с лягухами. Во второй волне их будет побольше. И на третьей нам представят нового врага. Да, и кстати, на этой карте нет секретов вообще. Сейчас начнется вторая волна. О, спасибо. Курица. Это... Не спрашивайте, откуда у меня 30 гранат. Они просто есть. Дикари довольно смешно раскидывают этих синих аватарчиков маленьких. Просто стрелушки. Хорд мод, так называемый. Я видел, многие его для Doom Eternal просят, ну, не знаю. Вот он есть в Serious Sam 2. Оу. Спасибо. Я бы не сказал, что это прям так весело. Ну, сейчас будет большой белый гад. Красавка. И вот он. Тактика простая. Стреляем, закидываем гранатами. Благо гранат у нас много. Отлично. Стоит отметить, что первое появление врагов в Serious Sam 2, оно сделало так, что враги эти самые новые, они сильнее, чем те, которые появятся дальше такие же. Ну, больше пуль съедают. Видимо, это чтобы сделать появление особым. Не могу сказать ничего против. Это, в принципе, работает. Ну и, собственно, это... Да, это все. Опять же, не понимаю, что на этом уровне можно делать 10 минут, но, как бы, ладно. Можно было таймеры на 5 поставить. Ну, вот такой вот уровень. Такой, знаете, как молодняк любит говорить, филлер. Ну, ничего, я не против. Собственно, да, на этом все. Следующий уровень будет гораздо интереснее. Поэтому оставайтесь с нами, скажем так.
Спасибо за просмотр и пока.